Насолоджується кожним моментом у таборі 19-річний Тимур. Він ще досі не усвідомив, що потрапив до числа обраних. Добрий вечір, любі друзі і подрузі. Ми ведемо наш репортаж з місця події «Це ікс-фактор». Я благодарен судьбе, в первую очередь, за то, что у меня есть такой подарок. Не каждый день, не каждый год ты можешь поработать с такими замечательными музыкантами, артистами. Ну, спасибо за такой шанс. Просто спеть, вот серьезно, пускай это банальные фразы, но скажу, спеть как в последний раз. Вот для меня это очень важно. Здрасте. Здравствуй, Тимур. Здрасте, здрасте. Готовился? Да. Как расцениваешь свои силы сегодня? Сейчас посмотрим. Не хочу на будущее загадывать. Хорошо, не загадывай ничего. Как получится, так и получится. Главное, покажи класс сегодня. Хорошо. Давай. Знала, как быть иначе, за собой меня позвала. Миллионов слов будет мало, я вся для тебя. Клеверами четырех листьев, ты вошла, как будто искала. Наизусть признаний в мыслях шепчу про себя. Сдаться ты всегда успеешь. Нам для счастья многого не надо. Меня не отпускай. Сдаться всегда успеешь. Кто любовь найдет, кто потеряет, а ты меня не отпускай. No, не отпускай. Сдаться, сдаться. Никогда не сдавайтесь. Тимур. Я не знаю, нам нужно будет долго думать над нашим решением. Идите, ждите. Спасибо. Но вот в кадре он мне очень нравится. Он поет просто как реально София Ротару, а двигается как группа «Казаки». Ну что, Тимур? Ну, не дожал. Ну как-то, ну не хватит, что-то как-то не, что не то. Что случилось? Это как-то не знаю. Что тебе не то? Ну не сделал все, что я хотел. Как-то, может, перенервничал? Да нет, нет. Скорее всего просто. Ты перенервничал? Нет. Мальчик, зачем оно тебе надо? Надо. Боже мой, я никогда такого никому не говорила. Ну, все было впервые, поэтому...